Хм, это настоящий пояс, хотя эти великаны могли соврать. Что, это так очевидно? Понимаешь, в этой истории о Лаудреме всегда было что-то неправдоподобное. Это одна из немногих легенд, которые я помню. Почему он победил великанов, но они все равно остались на этой горе, как будто ничего не произошло? Или как будто великаны победили? Может, да, может и нет. Но, похоже, это преувеличение. Великан вряд ли сказал бы такое. Как бы то ни было, эта мысль не дает мне покоя. Я помню, что мечтал быть похожим на Лаудрема. Вторгаться во вражеские земли, сражаться и убивать сотни врагов. Но если это закончилось гибелью клана, и все из-за жажды славы, из-за любви к сражениям, то, может быть, все эти годы я напрасно искал битв, когда должен был быть с айронфистами. Эти слова очень много значат для меня. Благодарю тебя. Но, кажется, нам предстоит долгий путь. Пойдем завербуем десяток дворфийских воинов, а? Келгар, а я-то думал, что сегодня будет хороший день. Стража, выведите этого дезертира. Это невозможно. Пояс был давно утерян. На самом деле он весьма удобно сидит на мне. Правда, его плохо видно из-за брюха, но он на мне. Стража, выбросите этого предателя. Мы не собираемся слушать твои лживые речи. Ты отказываешь мне в праве властвовать? После всех заявлений о преданности клану Iron Fist? Ну ладно, раз у тебя в голове одна галька, то я докажу тебе. Надеюсь, я не выставлю себя на посмешище. Я рад, что хоть кто-то из нас верит в это. Начнем. И что ты думаешь? Сработало? Ха, видишь, вот он, молот айронфиста. Легкий, словно перышко. Ну, если тебе попадались перышки весом в 1000 фунтов. Тот, кто держит молот айронфиста, будет вождем нашего народа. Таков древний обычай. Этого не может быть. Как может такой наглый изгой? Террас, таков наш обычай. Келгар доказал свою храбрость и вернул наш древний артефакт. Он заслужил нашу преданность. Я... Ну ладно. Я... Вы... Это честь для меня. Встаньте, вам не нужно вставать на колени, ладно? Слушайте, я принес вам послание, и вы должны выслушать его. Из топий мертвецов вышел король теней. Он представляет угрозу для всех нас. Как глубоко бы ни закопались мы под землю, мы должны поддержать Невервинтер. Так будет лучше для всех. И мы должны сражаться. Пересидеть эту войну мы не сможем. Что мы должны делать? Керос сможет нас организовать. У него это отлично получается. Я... Будет сделано. Слушайтесь его и готовьтесь отправиться в крепость на перекрестке. Я встречу вас там, а когда придет король теней, тогда мы зададим ему такую трепку, что о ней узнают даже в дворфийском аду, верно?